Владимир Путин распорядился создать единые учебники истории для средней школы. Президент заявил, что такие учебники должны быть рассчитаны на разные возрасты, но построены в рамках единой концепции. По его мнению, к созданию общероссийского учебника могут быть привлечены не только специалисты Министерства образования и Российской академии наук, но и специалисты двух старейших общественных объединений – исторического и военно-исторического обществ. Нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур. Учебники для школы должны быть написаны хорошим русским языком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным требованием ко всем учебным материалам, цитирует главу государства Итартас.